христианской передаче «Табор уходит в небо». А мы камахты распхнету мэнди паладемле и паларомано дюймо. Будьте благословенны, дорогие друзья. Вы слушаете христианскую радиопередачу «Табор уходит в небо». У микрофона Елена Марчук. Чувствительность минимальная. Катушка связи с краю. Контурная тоже, чтобы была минимальная индуктивность. Если бы это было 19 век, наверное, было бы очень правильное мнение. Качественный звук. Показывает опыт. Избирательность хорошая именно при таком расположении контурной катушки. Катушки связи. И нам тоже надо думать, что если у США возникли такие проблемы с Китаем, то у любых других соседей Китая тоже, возможно, будут возникать такие проблемы. Но главное, США ввязались в экономику, которая когда-то дистрибьюторы экономи на Касакао программу Лейвендеску. Уже мощная станция. А здесь уже можно и радиолюбителей слушать, и короткие волны. США теперь пользуется этим Китай. А что делать? Для американцев единственный выход – это быстро, лихо все порушить. Порушить все эти, как говорится, перекрыть каналы доставки китайской информации. Ну, транзисторы. Там где вот эти летучие мыши. И то, что действительно коронавирус, это, к сожалению, возникает коронавируса у летучих мышей, это стандартная ситуация. И будут новые штаммы коронавируса, и ничего с этим не поделаешь. Просто... Можно вообще чувствительность затупить. Качество звука, конечно, будет лучше. Вот сейчас Вести ФМ с максимальным качеством будет. Масочная дипломатия, о которой сейчас многие говорят, кто больше выделит деньги на маски. И на маски, на защитное снаряжение, на самом деле, конечно, это хорошее дело. Это помогает людям, и сложно там хоть как-то с этим спорить. Но каждый пытается представить, что именно он спаситель человечества. У нас просто это не так в нашей прессе это обсуждается, но в американской или в китайской прессе это просто тема номер один, сколько Китай поставил масок. Качество звука германиевых транзисторов. Спасибо всем за просмотр. Пока. До новых встреч.